Завод «Техномашстрой» представляет лучшую модель бытового гранулятора ГКМ-100. ГКМ-100 уже много лет является самой популярной и востребованной моделью гранулятора для домашних нужд. Компактная и устойчивая станина гранулятора позволит размещать его в любом удобном для вас месте. Пресс имеет подвижную матрицу, которую приводит в действие надежная клиноременная передача. Оборудование для производства комбикорма ГКМ-100 способно легко работать с производительностью до 40 кг в час. Гранулятор укомплектован двигателем мощностью 1,5 кВт и имеет возможность работы от сети 220 или 380 вольт, что позволит применять его в любом домашнем хозяйстве. По желанию заказчика, гранулятор может быть укомплектован матрицей с отверстиями от 2 до 6 мм. ГКМ-100 поможет вам организовать сбалансированное питание вашего животноводческого хозяйства. Вы будете знать, что вы добавляете в рацион питания ваших животных. Используется для питания кур, гусей, индюков, кроликов, свиней, коров, лошадей. Гранулы выходят одинаковые и большой плотности, что позволяет получить животным и птицам равномерное количество питательных веществ и витаминов для хорошего прироста. Если у вас остались вопросы, набирайте номер нашей горячей линии, указанной в описании. Специалисты завода помогут вам с выбором оборудования и дадут все необходимые ответы.